В этот раз лидеров, локомотивов у рынка сразу несколько. Один из них — «Трон. Наследие в 3D». Самый дорогой фильм новогодних каникул. Главный герой помогает отцу, гениальному программисту, ставшему пленником виртуальной вселенной, в борьбе с его вечно молодым цифровым клоном Клу. Тот считает человеческие чувства чем-то вроде вредоносного кода и мечтает прорваться в наш мир, чтобы навести тут свой порядок. Сыграть себя в двух лицах актеру-оскароносцу Джеффу Бриджесу позволила технология Performance Capture, внедренная еще на аватаре, когда актер сам в реальном времени управляет мимикой компьютерного персонажа. На это была потрачена немалая часть 200-миллионного бюджета. Отдельный аттракцион в «Троне» — звуки и музыка, написанные культовым техно-дуэтом Daft Punk. Троном в прокате тягается мощный комедийный бренд «Знакомство с факерами 2», где герой Бена Стиллера противостоит попыткам тестя ЦРУшника взять его семейную жизнь под тотальный контроль. Хорошую кассу должен собрать и звездный дуэт Анджелины Джоли и Джонни Деппа в остросюжетном романтическом фильме «Турист». Его будут крутить примерно в каждом третьем кинозале страны. Прости, что я тебя в это втянула. А тебя кто втянул? Я Бэхман из Блейбрука. Столь же активным спросом среди кинотеатров, которые стремятся максимально разнообразить свой вечерний репертуар, пользуется масштабный мистический экшен «Время ведьм». Николас Кейдж играет здесь крестоносца, которому поручают доставить на костер девушку, уличенную в колдовстве. Новый фильм Доминика Сена «Время ведьм» — не просто историческая картина. Это приключенческий экшен. В нем очень много неожиданного и страшного. Это меня и привлекло в сценарий. Я давно хотел сыграть в страшном фильме. И больше всего мне нравится то, что он погружает зрителя в другую эпоху, в мир сверхъестественного. В числе главных новогодних хитов — «Елки» Тимура Бекмамбетова. В вихрь праздничных приключений персонажи этой лирической комедии попадают одновременно во всех часовых поясах необъятной страны. Продюсер собрал здесь многих звезд, в том числе тех, чьи лица в празднике постоянно на телеэкранах. Иван Ургант, Вера Брежнева, Сергей Светлаков. Диск с «Елками» даже потребовали к себе на орбиту космонавты МКС. Огонь! Наконец, 6 января в прокате «Путешествие Гулливера». Джек Блэк в 3D-экранизации классики Свифта. Моя первая мысль была: мужик, это же экранизация классики, ты можешь в историю войти. Я был счастлив получить главную роль, однако понимал груз ответственности. Книжку ведь каждый читал. Ожидания зрителей велики, и это относится не только к моей игре, ко всей истории. Мы переносим Гулливера в наши дни, много и по-современному шутим. Было важно не перегнуть палку, не превратить фильм в голую пародию на Свифта. За семейного зрителя, за симпатии родителей с детьми, в новогоднем прокате развернется наиболее ожесточенная конкуренция. И здесь среди фаворитов особенно приятно видеть продолжение самой кассовой российской анимационной серии за всю современную историю проката. Мультфильм «Три богатыря и шамаханская царица» от студии «Мельница». На достойные сборы по итогам каникул претендует и самый дорогой фильм в карьере Андрея Кончаловского – рождественская 3D-сказка «Щелкунчик и крысиный король», с размахом стартовавшая в отечественном прокате под Новый год. Иван Кудрявцев и Павел Гайков. Программа «Индустрия кино».